Есть ли звук? Звук есть? Помогите, пожалуйста. Ответьте мне. Бабушки. Халис Рахмат Зурман. Халис Рахмат, спасибо. Привет, как дела? Отлично, спасибо. Как ваши дела? Какие туши вы используете? Я уже в тысячный раз отвечаю, ну ладно. Я пользуюсь Кабарет Премьер. Золотого. Теперь хорошо, вау, шок, это прекрасно. Есть, да, прекрасно. Как дела у всех? Как настроение? Да, есть, супер. Тень как-то падает странно на мой нос, ну ладно. Самый ликовый ликов самбола здесь. Яша, опять тушь. Да, это же самая популярная тема у нас. Мен қандай қорышсам болады? Сізге немеге ман білен қорышса? Керек, қорыш керек. Как сказать, зачем вам со мной видеться? Немеге ман білен қорышмақсыз. Вот, сейчас вы фильтры найдете, верно. Без фильтра это тяжело посмотреть. Без слез не взглянешь, как говорится. Как дела? Хорошо, Тиролис. Рахмат, спасибо. А что с акцентом разговариваешь по-русски? Не знаю. Потому что я узбечка, наверное, поэтому говорю с акцентом. А, что говоришь? Юрдана. Нама. Ой. Хочу это? Хаза за мной. Девушка, можно вопрос? Конечно, так и не зашла в директ. Там прикольное видео. У меня очень много прикольных видео. Я купила тушь, как у вас отличное качество. Я рада, что вам подошло. Там вчера с Каримаки прыгис Халсом Кельдал Парахмат Нетинчи Ельсес 1993. Хотелось бы быть с 2000 года, но увы. Коротко от вашей деятельности телеканале. Я продюсер. Продюсирую проекты. Рядом кто? Рядом моя помощница. Моя правая рука, левая рука, правая нога, левая нога. Робья. Девушка, у вас сердце свободно. Целовал бы... О, боже. Похоже на Катаринку. Как дела, Пантера? Все окей? Отлично, все. Спасибо. Что-то чего, Эльса, сказали, вы же узбечки на русском говорите грамотно. Да, я стараюсь. Я в русской школе училась. Прикольное видео. Именно к тебе подойдет, Карим. Как можно отрастить ресницы? Наверное, питать их. Нафиса, ваша подружка не выходит, что ли, замуж? Как только соберется, обязательно сообщим. Почему ты тысячного года хотела быть? Ну, помоложе, классно же. Ты за Москва-Данку, там нежная такая тихая, как с Рахмат. Рахмат какой-то. Девушка, можешь с вами познакомиться? Зачем с вами знакомиться? Вы вместе живете с Мунисой? А, да. В одном доме. Классная, Рахмат. Привет, привет. Посмотри это видео, плиз. Как думаете, какой бизнес лучше в 2022 году? Всегда в Узбекистане будет номер один твой бизнес, запомните. Самый классный, милый Пантера, спасибо, так быстро читаете, я стараюсь. А что молодо выглядит, так быстро читаете, да, приветик. Салам, Рич Гарден, Дан. Салам, Рич Гарден. Хорошие цветы, кстати, ребята, я у них беру. С Бабуром общаетесь после отношений? Нет. Салам, салам, Узбечки, Абрасана. Салам, Мила, Москва, Дан. Ташкент, Тамасас или Лондон? Ташкент, Тама, Фазарич, Хуандама. Где вы? На работе. Очень красиво, спасибо. Сегодня воскресенье, вы не отдыхаете? Нет, не отдыхаю. Но только все остальные отдыхают. Моя команда не отдыхает, потому что у нас ответственный проект. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Сейчас создам массаж албизма, а до джайна йог. Я, например, знала, что я 2000 года, я очень выгляжу молодо, внешний вид, но хотелось бы взрослее выглядеть. Моя дорогая Камолочка, цените свою молодость, это никогда вам больше не вернется. Я вам серьезно говорю, пока вы молодая, вы должны получать от этого максимальное удовольствие и брать от этого только самое лучшее. Потом, когда уже вы повзрослеете, вам вы всем будете говорить, что вы младше своего возраста. Какую работу выполняете? Всю. Вы покупаете замороженные продукты, пельмени, котлеты? Нет, только все домашнее. Пельмени тоже делаем дома сами.
Все, закругляемся, Карин, хорошо, понемножку. Я буду сама решать, когда закругляться, спасибо. Нет, ничего, если с Карин поднастроить. Сколько человек работает под рукой? Много. Смотря какие проекты. Скажите, пожалуйста, как вы восстановили волосы? Есть информация о запостах или актуальных? Нет. У меня... я не восстановила волосы. У меня это такие волосы свои. Ну, то есть, я не знаю. Я ничего не делала для того, чтобы их восстанавливать. Я сейчас взяла серум. Не серум, как это называется. Сыворотку для волос. Вот я их сейчас мажу. Думаю, поможет. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Кем вы работаете? Продюсером. Где вы работаете? Что за работа у вас? Работаю на MyFive продюсером. Украсть бы тебя. Зачем? В подвале не холодно, холодно. Каримова лучшая, спасибо. Привет, бабушка. Спасибо, что сказать. Ногти сделали, да. Ногти сегодня сделала, я счастливый человек. А у вас же натуральный цвет волос? Да, я никогда еще не красила волосы. Любимый парфюм. Не могу сказать. Как вы делаете укладку на каждый день? Никакой, просто дома на укладываю волосы. Не укладываю, а накручиваю волосы на плойку и все. MyFive директором СС Йок, директором АСМА. Хотелось бы жениться на тебе, но ты старше мне или мне надо еще подрасти? Ну, чтобы у нас не была ситуация, как Максим Галкина и Алла Пугачёва, вам нужно найти другую себе невесту. Желаю удачи в поисках. Мне кажется, серьезный человек был. Почему был? Я есть, я живая, здоровая. Какая ваша любимая песня? Моя любимая песня? У меня, вы знаете, я так очень люблю все песни, не могу выделить одну. Прям суд зальгеушида, ашнака, супор, вот так. Почему вы по направлению английского языка не пошли? А что мне нужно было английский язык преподавать? На маге, на мой шкляс, хамаишкляма, табис, макияж, снежный рахмат. У меня Сарезаева твоя сестра, верно, сестра старшая. Вообще нежный кофта и Масан Рахмат. Каримочка, слушаю. Музыка это шхоля мисма. Йок, шхоля мима. Когда он придет, а позвони ему Шаметову. Кипрский на масло сразу строишь, в чем? Занимаетесь ли вы спортом? Нет, не занимаюсь спортом. Салем. С вами я не разговариваю, ботокс сделала в лоб, да. Гульшам, привет, киберклассный макар, да. Усадим за чародинцами. Здравствуйте, Каримыч, как вы, ваши дела? Куда мы родители? Всем передайте. Паша, привет, вы красотка, обожаю вас. Спасибо. Почему так грубо отвечаете на вопросы? Я, по-моему, никак грубо не ответила. Я всем очень уважительно отвечаю. Еще стараюсь всем отвечать абсолютно. Добрый день, Карим, вас из родни сколько человек? А как понять, из родни сколько человек? Тоже хочу такие сережки. Я их давно покупала, их уже нету, 100%. Намагеказакасыз. Как понять, что такое намагеказакас? Что вам интересно? Что мне интересно, Раби? Хобби, может. А, хобби, готовить люблю. Как вы вышли из депрессии после расставания, или у вас ее не было? После какого расставания, девушка? Да, слушать. Мы слушаем музыку здесь, кушаем, это тоже наше хобби. А правда, что Шукрова Исраил хотел на вас жениться, или это просто слухи? Ха-ха-ха, как смешно. Ах, боже мой. Леснички, что ж, дайте, пожалуйста, забирайте. На глазах линзы? Нет, я линзы не ношу. Я ношу очки оптические. В клипе мы не срезаем, а то она выиграла, нет. Карима такая красивая, приятно смотреть на тебя. Ладно, я шучу, я просто, это было давно. Так приятно слушать вас, честно, спасибо. Какие вопросы вам задают? Ну, вот можете прочитать, какие вопросы задают. В основном, самый популярный вопрос, когда замуж. И сегодня первый раз за долгое время мне его еще не задали. А вот вы замужем уже? Нет, не замужем никогда не была. На Софи Дан Салам, это хоп. Какая еда больше нравится? Плов люблю. Наше национальное блюдо. Кайса туш. Туш? Кадака туш. Кабарет премьер золотой. Сколько лет вам? 18. Эх, милый человек. Мне 28. Мне так приятно, что вы мне льстите. Без настроения слушаю вас и беру позитив. Берите позитив, пожалуйста.
Очень красиво, вас очень сильно люблю, уважаю. Спасибо. Сама я, в принципе, не в очень хорошем настроении, поэтому не знаю, откуда вы берете позитив, но спасибо. Очень красивый оказ, спасибо. Шкурлой Исраил, да, не говорите. Еще какие слухи ходят? Кем вы бы работали, если в вашей стране была певица? В смысле? Ну, как моя работа связана с моей сестрой? Она никак не связана. И я работаю по своему направлению, в котором я училась в университете, после университета. Зухра, я тоже рада видеть. Виниры классные. У меня не виниры, у меня свои зубы. Я носила брекеты, поэтому они ровные. Джасур Умиров, из-за вас Муниса убила. Джасур Умиров жив. Не знаю, откуда у вас информация, что его убили. А вот поэтому ты нам грубо отвечаешь. Нет, я никому грубо не отвечаю. Ребят, я грубо отвечаю. Привет. Давайте его. Алло. Почему вы не выходите в клипах сестры? Потому что я не актриса. И мне не получается. Я не хорошая актриса. Если вы имеете все шоу-бизнеса, например, выбрали любую эту сферу, что и сейчас. Да, это тогда, когда я выбирала направление в университете, Муниса еще не пел, чтобы вы понимали. Для своего мира на Муниса из-за вас. Биль. Нет, спасибо. Пантера у тебя самый любимый город. А? Как после наращивания восстановили свои ресницы? Пользовалась маслами специальными. Касторовое масло, да, на ресницы мажет? Там в составе этот, ресницы, где касторовое масло с урадома, касторовое намадлияно на узбетель, да? Худи пушка, это дельдора лайк Касымова. Дельдора Касымова. Классно, берите, покупайте. Вы носили брекеты, не успела прочитать, извиняюсь. Ты умная, ты не знаешь. Почему вы тогда свою работу не любите? Кто сказал, что я не люблю свою работу? Я вот не понимаю, откуда вы берете мои ответы, которых я не давала. Я обожаю свою работу. Я просто очень сильно устаю. Почему мало времени проводите в Лондоне? Еще тысячный раз одно. Потому что у меня есть работа в Ташкенте, поэтому я не могу много проводить в Лондоне. Как только я сейчас закончу свои проекты, я обязательно улечу в Лондон и буду там жить. Твоя любимая фраза и привычка. Это ты играла игру роль Наташи? Это кино стало Наташа. Это моя сестра. Так, Астору Масту. Канакундут йога. Канакунджут. На кого вы учитесь? Я учусь. Я не учусь, я закончила университет. Я уже, блин, по привычке отвечаю. А вы с Мунисой в разных направлениях учились в университете? Да, Муниса училась на вокал, потом, по-моему, этот гостиничный бизнес, а я училась на медиа, коммуникацию, журналистику. В Лондоне у вас есть квартира? Есть. Карима, в таком возрасте это нормально, что будешь муж младше вас. Это стереотип, мужчина должен быть старше. Наверное. Где работаешь? На телеканале My Five. Коракыз икенсиз, да? А, коракыз ман. Раби вопрос. Коракыз икенсиз, да? Сыз ман. Бугдай. Бугдай райм ман. А сколько у вас высшее образование? Одно единственное, к сожалению. Я бы очень рада была бы поступить еще на магистратуру. Почему в Дубай не поехали? Потому что у меня работа. Видите, я в воскресенье работаю, значит, у меня очень много работы, соответственно. Hi, how are you? Thank you. Very good. Чирорис. Рахмат. Зато красавица. Благодарю. У вас есть IELTS? Нет, я никогда не сдавала IELTS. Самый редкий мой красотки. Спасибо. Мулатка. Да, вот мулатка будет правильно. Амуниси 2. Получается, что да. Сюда Чирорису с Рахмат. Привет. Муниса в каком универе учится? Муниса ни в каком университете не учится. Ей 35 лет, друзья. Какой университет? А то, что у вас сейчас много, вы сидите в прямом. Я жду просто Джасура Шаметова, нашего режиссера, оператора. Поэтому пока я жду, я могу сидеть в прямом эфире. А вы не поступили в магистратуру? Нет, не поступила. Сознаю, скоро мы сегодня в Хачонке раз. Альбатта, как получится, обязательно приду. Вам какой цвет нравится? Белый, голубой, синий. Все оттенки синего. Все океанский модуль, точно вы не уверены в себе. Ха, красавица, очень жаль. Люди, на меня скоро мы все расслабим. Катта Юруп, да?
Когда уже замуж? Когда рак на горе свистнет? How often do you date? What do you mean? With who? Привет, Карима, по сколько вам лет? 20 парень. Здравствуйте, вчера все с чёпко. Дангис Хайда и Шлида. Адам уже пенсионер. Хичкатта и Шлямида. Что? Катта? Уже 15 минут, ярым сауатта бы. Здравствуйте, Карима, как вы, Рахмат, красотка? Самый суперспанный ярости из учились в Лондон с контрактом? Да, на контракт на основе, не бюджет. Чем надо заняться, чтобы работать? По воскресеньям тоже работать. Заняться тем, чем вы любите. И что вам в воскресенье будет сложно просыпаться и ехать на работу. Привет из Москвы. Привет из Ташкентки. Приехал на ту же раз курсаты. Курсатом узун блян йог, хазар, лекен название берама. Кабарет премьер Вивиан Сабо. Вивиан Сабо бренд. Кабарет премьер название самой туши. Том Харди или Брэд Питт? Том Харди, вы что? Том Харди — это моя слабость. Прям. Привет, привет. Нарашки ходим. На моге, нарашки ходящим керри. А Нафисапа чем работает? Нафисапа не работает. Нафисапа удовольствие от жизни получает. Дай канзары кесанечки нам нет лапты. Ой, 400 километров, может, чуть больше даже. Ваша самая дорогая обувь. Не считала. А это правда, что очень сильно поругать с сестрой, или это же миш-миш было? Миш-миш-миш. 100%. Мне не турмушки от Чукас, мы Карима. Зачем вам такая боль? Кем вы работаете? Продюсер. Wi-Fi в кимболе пришла у вас. Продюсер, продюсер, ман. Классная толстовка, спасибо. Карима, он сегодня выходной, надо отдохнуть. Обязательно сейчас. Не наращивайте плечи, так же красить классно. Спасибо, хорошо. Сережка, классно. Рахма. Соч уля гямсис. Что такое соч уля гямсис? Соч узизикими или... А, узамыки. 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 Ресница в соч узамыки. Если это зома для пока трудоголик. Я, знаете, лентяй. Но если я работаю... Какой-то проект беру, я его до конца довожу. Сколько получается зарплата у вас? Это не тактично спрашивать зарплату. Почему вы не уходите замуж? Не знаю. Красавица, вам делают предложение руки и сердца? Делали. Но так как я не замужем, вы знаете, какой был ответ. Какие витамины вы пьете? Я пью черный тмин, магний В6, витамин D. Мне нравится, как вы общаетесь. Молодец, очень нежно, спасибо. Робби, я тебе Джозеф привет передает. Привет, привет. Джозеф Сангемсона. У меня сколько было айлс, я не знаю. Она не сдавала, по-моему, как и я. Карима, иди спать, я уйду. Окей, идите спать. Вчера любовь и ладно, на самом деле. Кайс проект со знаком Майфэфта. Хозер более аккурас. Почему, когда у девочки длинные волосы, я думаю, что у нее нарощенные ресницы? Не знаю. Видимо, так все сейчас делают. Спасибо за ответ, спасибо. У меня еще, я вот не могу понять, почему люди думают, что у меня наращивание, если у меня короткие волосы. У меня не длинный волос. У меня он вообще не длинный. От слова вообще не длинный. Достали вопросы замуж, люди угомонитесь. Это же лично, когда Аллах пожелает, тогда и будет. Вот аль-батта. Черный пин масла сейчас. Мы йог. Этот, капсула дэйчима. Лил Хурамов, мистер Америка, how are you? Лекин Хапабольдом, съемка Гикемяпс. Когда день наступит, тогда и происхождение, что с людьми происходит. Уверена, вы в каком возрасте поставили брекеты? В 16 лет, кажется. Я маленькая была, в школе училась. А где Илдус? Илдус дома. Как тебя не ревновать? Не ревновать, не ревновать, не ревнуть. Русский речь мне похож на хорном оч аэропорта Хамаджо Япок с Евгелем Аке. Аэропорт с этим очень охотленным хопи там охозер. Хочу он хайта с Ташкентки, он и юртки. Гузя, колеса, гузя, лягушка-путешественница.
Без марта. Это канака тоже на фольдоленщина. Ну ладно, если ему хочется еще раз спросить, что делать. Вы ревнивая? Будет неправда, если скажу нет. Я телец. Вообще телец, тельцы очень ревнивые. Даже к близким. Ваш офис в сторону кинотеатра Казахстан? Мой офис в сторону чего? Дархан, да? Да. У вас есть домашнее животное? Есть. Только она сама не живет, в другом доме живет. 28-е, иншаллах, поршем, бля, это ма. 28 числа Хурамов прилетает. Бальким куямыз, откедур. Хотя бы бір соатки келин съемкаге, одан болып, вил Хурамов. Это уж телец, хорошо. Опис бен танышва, танышто релиз ма, йок узур. Как вы? Отлично, благодарю. Вот из-за козы-курсаты. Робби, тебя хотят увидеть. Кто? Покажись для народа. Маня, Буробия. Это мой сценарист. Моя да. любовь. Моя да. правая, левая, правая нога. Она мне помогает во всем. Она и ассистент режиссера. И все. Она все Робби. Она, короче, вы поняли, да? Это когда... экстренная ситуация получается, я звоню Робби и говорю, Робби, вот так-то, так-то. Она потом решает мою проблему. Тайкана в среднем какой запас хода? 400 километров. Вы замужем? Нет, никогда не была. Сейчас заплачу. Ревную тебя очень сильно. Не ревнуйте. Вы кто, чтобы не ревновать, молодой человек? Найдите себе девушку и будьте счастливы. Юлдус вам родная сестра. Юлдус моя двоюродная сестренка. Если была бы книга вашей жизни, вы бы дали родителям прочитать ее? Нет. Я думаю, что им было бы очень тяжело ее читать. Какими духами вы пользуетесь? Это секрет. Честно, секрет. Никому не говорю. Почему вы Хабибу любите? Я всех люблю детей. Вчера, если я вашу машину часто в сторону Казахстана кинотеатра вижу Порш. Возможно. А вы не хотите куда-нибудь полететь и отдохнуть? Конечно, хочу. Нет возможности пока. Улететь куда-то. Ильгеты Магенсас Юк. Менсилас Мухарима Юк. Хичкима Севмима. Только родителей своих люблю. Робью я люблю. Аню люблю. Кто у вас, друзья? Карим Насасен. Им, Аб. Сенердесен. Как ты? Приписта Бишнаха Маха Шнаха. Как тебе? Ой, боже мой, опять. Не ревнуйте меня. Вы очень скрытые люди. Никогда не знаю, что у вас была душа. Была, она есть, она будет жить всегда. Что не сломило нас, делает нас сильнее. Слухи распускали про аварию Порш. Надеюсь, это не вы. Нет, это не я. Я никогда не ударяла свой Порш. Хочу, чтобы вы знали. Усманская, здравствуйте, сестрица. Как ваши дела? Качан Трумшке Шхас. Ертеге Бугункеч. Ертеге Якосрой. Олтуда Кирилла. Банды и... Ай, чок, чок гюзель, чок гюзель, аба, нетенчельсис. Как вы думаете, с нуля изучать русский язык сложнее или английский? Конечно, русский сложнее в тысячи раз, английский очень легкий язык. Русский язык самый тяжелый, вот Робия учит у нас русский язык. Скажи тяжело. Сложно. А ей нужно со мной общаться, вы специально читаете, почему расстались с Анджикой, потому что он кинул... Нет, Сандик мой лучший друг. Я хочу, чтобы все это понимали и знали. Если бы он меня кинул или там что-то случилось, тогда бы мы, наверное, друг друга не фоловили, и я не была у них на свадьбе. Поэтому, пожалуйста, перестаньте задавать мне глупые вопросы. Санджар был моим лучшим другом и остается на сам по сей день. Пусть если у нас вкусно, приходи в гости в страну. Обязательно, Керама. Опи сингиляр бурбулянги чудо-джойм волшебки тасля. Знаете, вам нравится харизматичный человек, как у Том Харди, да, вот. Вот был бы в Ташкенте Том Харди, было бы хорошо. Характер классный у вас. Робби, у меня плохой характер или хороший? Честно скажи. Она правду не скажет. Да, она правду не скажет на самом деле, потому что она со мной работает, но я надеюсь, что она говорит правду. Ты говоришь правду? Да. Какой ответ, да. Вот какой привет, такой ответ. Это моя тактика такая. У меня есть строгая старшая сестра. А, да. Да, у нее нелегкий характер. Он был бы только ваш. Да, Карим Ахмад самый любимый голливудский фильм. Ой, нету.
честно. Ну, вот есть такие фильмы, которые мне там под впечатлением осталось. Это куда приводят мечты? Посмотрите обязательно. День добрый, очень красиво. Удачи вам, успехов, спасибо. А вам нравится лысый парень? Нет. Да простят меня все лысые парни. Как поддерживать отношения с третьей сестрой? Переписываемся, разговариваем по видеоколу. Прилетает она часто в последнее время. У вас красивое лицо, вы убирали камки беша? Нет, это фильтр. На самом деле у меня пухленькое лицо. Вы не боитесь, что замуж не выйти, как Муниса? Если бы боялась бы, сейчас бы сидела бы в страхе. Я, видимо, не боюсь. Я не боюсь одиночества, друзья, не боюсь. Красотка, очень приятно выглядит. Спасибо, добрый день, Делана. Опять можно подружиться с вами. Зачем со мной дружить? Сохраните эфир, не могу, к сожалению. Че, он едет? Шамиль? Да. Да. Не могут оставить вас в покое тем замужества. Да ладно, уж привыкла. Ольда нечто фантанцеляр. Учта будет говорить правильно. Подписчики накрученные? Нет, конечно. Кончи полюнги с бару зиза. Юсовым полем бар. Денег нет вообще. Какой тип женской внешности вам нравится? Ой, хороший вопрос. Не знаю, все нравятся. Я люблю темненькие девочки.